Всем привет, с вами по-прежнему Оксана Костина, и в этом видеоролике я хочу поговорить с вами на тему, зачем бизнесменам записывать видеоролики. Ну, давайте не будем лукавить и все-таки признаем, что человечество на сегодняшний день, оно отчасти ленивое. И большинству людей, я сейчас не говорю про всех, но большинству людей сейчас проще взять, посмотреть тот или иной видеоролик и подчеркнуть оттуда именно информацию, чем взять какую-нибудь объемную большую книжку и взять оттуда, почитать какую-нибудь интересную и полезную информацию. Это первый момент. Второй момент – это когда вы записали видеоролик и загрузили либо ваши социальные сети, либо на ваш YouTube-канал, то с этого момента 24 часа в сутки, 365 дней в году, данный видеоролик будет работать только на вас. И приносить для вас клиентов, либо ваших собственных партнеров. Причем, если видеоролик будет актуальный, то он принесет вам клиентов либо партнеров в течение, там, я не знаю, от месяца до, там, я не знаю, до бесконечности. Насколько это, в зависимости, опять же, насколько данный видеоролик будет актуален через какой-то промежуток времени. Ну и третий момент, опять же, давайте не будем лукавить. И подумаю, вот год назад, я сейчас говорю про себя, я сейчас говорю про своих собственных знакомых, вот год назад у нас возникал какой-то вопрос, мы шли в Яндекс поисковик, либо в Google поисковик и забивали тот или иной вопрос. На сегодняшний момент у нас возникает вопрос, и мы идем на YouTube канал, забиваем вопрос, и между тех или иных роликов ищем ответ на свой заданный вопрос. Я думаю, что даже из трех вот этих причин есть смысл записывать наши видеоролики. А с вами была Оксана Костина. Увидимся в следующих роликах.